Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня с вами здесь Катя Мирошниченко, и у меня для вас прекрасная новость, особенно для тех мастеров, у кого есть клиенты ЗОЖ. У нас вышел офигенный, классный новый продукт, который называется BB Cover. Здесь 4 оттенка. Кто, например, пользуется тональными кремами для лица и пользуется BB-кремами для лица, тот понимает разницу, в чем разница между тональным кремом, который просто скрывает недостатки, и между кремом, который тоже может слегка скрывать недостатки, но при этом оказывать какое-то определенное воздействие на структуру кожи. Так вот, продукт BB Cover – это 4 новых лака. Они как раз выполняют такую же функцию, как BB-крем для лица, только это BB-лак для ногтей. Сейчас я вам покажу прямо на живой модели выкраску этих оттенков. Сегодня у нас молодая модель, подросток, который носил последний месяц огромную длину ногтей. Она не пришла вовремя на коррекцию, и в итоге у нее полностью поднялись все ногти, хлюпающие отслойки. Ногти в итоге все отвалились, она пришла там с остатками кусков геля, что превратили ее ногти в не очень красивую и хорошую историю для ее ногтей. Вот, поэтому у нас сегодня ногти не самые красивые, да, для демонстрации оттенков, но тем не менее, как раз вот клиенту требуется восстановление ногтей, и мы будем рекомендовать ей использовать наши новые BB-составы, BB-кавер с разными оттенками. Сейчас я расскажу, что входит в состав. Вот, единственное, так как здесь были, ну, уж совсем убитые ноготочки, здесь сделали не просто маникюр, вот, здесь сделали этому подростку еще восстановление Nail Polymer Booster. Вот. И сейчас я остатки бустера уже вытираю, потому что всю процедуру по бустеру мы уже провели. Поэтому вам в том числе, кому приходят вот такие клиенты, когда вот просто клиент сам собственными руками из-за того, что не пришел вовремя на коррекцию, просто убил свои ногти. Вот. Напомню, Nail Polymer Booster в линейке Amy продается уже много лет. Это однофазный продукт, потому что в основном такого плана полимеры, которые впитываются в структуру поврежденной части ноготка, делаются в две фазы. У нас одна фаза. Первая фаза делается, как положено, вот с такой просушкой под лампами накаливания. Вот. И вторая стадия, вторая фаза, она делается также этим же шагом, только просушка идет в обычной UV-лампе. Вот. Это я просто кратко напомнила, что такое Nail Polymer Booster. Вот. А сейчас пока вопросы, которые не в тему, я отвечать не смогу. Хорошо, давайте чуть-чуть в конце эфира я отвечу на другие вопросы, которые не относятся к теме эфира. Итак, что же такое лаки BB Cover? Это решение для создания маникюра в новом тренде, да, голые ногти. Кому нравится этот тренд, пишите плюсики. Вот, я считаю, что голый маникюр – это не отсутствие самого маникюра, что гигиенический маникюр обязательно нужно делать, вот, и обязательно нужно при этом делать какую-то красивую, очень ровную, гладкую поверхность с натуральным оттенком, с естественным блеском. Так вот, как раз BB Cover, тут много оттенков, они могут классно выполнять вот эту функцию. И вот этот тренд – голый маникюр – под таким покрытием будет очень красиво смотреться. Что сюда входит? Здесь комплекс активных компонентов в составе данного продукта. Этот комплекс, он осуществляет синтез коллагена, восстанавливает поврежденные клетки и защищает от негативного воздействия окружающей среды. В том числе, вот когда клиенты приходят, да, не просто зошные, которые обожают лак, вот, а в том числе, которые решили восстанавливать ногти после искусственного материала, и этот продукт в том числе подойдет для таких клиентов. Вот. Также лаки включают в себя витамин Е, а мы знаем с вами, что это мощный антиоксидант, который обладает питательными и смягчающими свойствами. А также сюда входит классный экстракт
конского каштана. Он снимает раздражение, имеет противовоспалительный и противомикробный эффект. В общем, это очень классные, универсальные, такие телесно-бежевые, нежно-розовые тона, которые идеально подходят под любой тип кожи, прям подстраиваться. Сейчас вот вы посмотрите, как будет смотреться на живой руке. И действительно, вот все оттенки, которые я и сегодня нанесу, вы увидите, что все абсолютно подходят. Вот они как-то подстраиваются под цвет кожи. Давайте начнем вот с первого оттенка. Вот этот оттенок конкретно для этого клиента не очень подходит. Сейчас объясню. Потому что здесь клиент не просто пришел там просто с ногтями сделать гигиенический маникюр. Клиент пришел с убитой ногтевой пластиной после того, как переносил коррекцию, да, наращивание. И в данном случае здесь, видите, оттенок называется пудинг. И оттенок легкий присутствует, да? Но все-таки он не способен настолько снивелировать такие огромные повреждения. Вот, поэтому BB Cover, я считаю, что из всех оттенков, наверное, он лучше и красивее справится с темой голый маникюр. Вот если вы хотите сделать прям вот голый маникюр, офигенно, чтобы это смотрелось, как вот на картинках в журналах Vogue, там, где сейчас об этом любят очень говорить, об этом голом маникюре, то нужно брать пудинг. Вот, все запомнили? Я сейчас нанесу, но вы должны понимать, что вот при таких повреждениях вот здесь пудинг, он не будет иметь какого-то такого визуального эффекта. Лечебный эффект будет, да, но визуальный нет. Вот. Плюс этот пудинг, он круто смотрится, знаете, у кого? У клиентов, которая ложа такое от природы свое длинное, широкое. А здесь такая подростковая рука с очень узкими и короткими ноготочками. Вот, и того результата, который вот хочется добиться, прям такой красивый, здоровый маникюр, голый, да, здесь будет не совсем это прям достижимо, скажем так. Понятно, что BB Cover – это самостоятельное покрытие, база не нужна, финиш не нужен. Вы, кстати, в том числе можете их применять как базу под цветное покрытие, вот, например, тот же пудинг. Он у вас может быть универсальным покрытием, выступать как самостоятельное покрытие, так и основа под цветной лак. Потому что все остальные BB-каверы, они все-таки имеют такой достаточно, ну, видимый цвет. И сверху него я бы лак не рекомендовала наносить. Вот. А пудинг отличная и основа, вот, и как самостоятельное покрытие. Мне в последнее время нравится голый маникюр. Вот. Я согласна с этой темой, мне тоже очень нравится, но считаю, что эта история не для всех клиентов. Вот, вот, например, в данном случае вот у клиента, ну, прям, знаете, вот абсолютно голый, ну, так себе история. Вот, ну, если есть желание сейчас восстановить ногти, походить без искусственного покрытия, то совместить бустер вот с таким лечебным покрытием будет очень классно. Что еще? Так, давайте мы сейчас этот цвет удалим и посмотрим вот эти теперь два цвета, которые прям реально подходят идеально для этой клиентки при таких убитых ногтях. Да? Это более плотные суфле и мусс. Суфле и мусс. Так, сейчас мы уберем. Еще чем хорош этот продукт? Это очень классный лак, который вы можете как дополнительную допродажу осуществлять для ваших клиентов. Потому что чем отличается мастер-универсал, мастер-профессионал, ну, крутой мастер, которому хочется возвращаться, это мастера, которые не просто делают хорошо услугу, да, клиенту, дальше за пределами кабинета, неважно, что там с тобой происходит, и с твоими руками и ногтями. Вот. А вот такие мастера, которых обожают клиенты, которые их ценят не только за качество сделанной услуги, вот, это когда мастер печется о том,
Чтобы еще сделать такого дополнительного для клиента, чтобы в перерывах между коррекциями у клиента, там, не знаю, хорошо сохранилась кутикула валики, состояние кожи, состояние ногтей. И когда мы допродаем нашим клиентам всевозможные фишечки для домашнего использования, клиенты на самом деле этого ценят, они этого ждут. И таких вот мастеров, которые допродают разные классные, вкусные штуки, полезные для их рук, для их ногтей дополнительно, я считаю, что это вот просто самые лучшие мастера. Это самый лучший сервис. Это самая лучшая дополнительная вещь к вашей цене. Потому что очень часто же у нас цена складывается не только из-за себестоимости, да, а складывается из вот таких вот разных мелочей. Казалось бы, до продажи материалов воспринимается клиентом не то, что на мне здесь хотят заработать, вот, а то, что обо мне мой мастер заботится. Понимаете? Это как забота. Мастер-класс, когда выгружу по своим ногтям, скоро, я еще не выгружала. И давай, так, смотрим, суфле как выглядит. Причем, знаете, цвет будет разный на, в один слой и в два слоя. И идеально, кстати, суфле и мусс смотрится как в один слой, так и в два слоя. В зависимости от того, насколько поврежденные ногти, да, и нужно нанести в один слой будет, либо в два слоя. Вот смотрите, в один слой просто беж, вот такой вот беж, он просто сливается с ее прозрачной белой кожей. Сейчас камера, кстати, чуть-чуть поджелтела. Поджелтила, вернее, поверхность картинки. Вот, на самом деле, чуть-чуть холоднее выглядит в натуре. Так, Даш, расслабь руку. Напрягла. Так, и мусс. Тоже другой уже эффект. Более холодный. И здесь такой, знаете, не цвет кожи, а цвет ложа. Натурального, здорового. Смотрите, ну, в принципе, вот у нее такие повреждения. Можно было бы оставить в один слой. Неплохо справился Биби Мусс и Биби Парфе, я считаю. Ой, не Парфе, а Суфле. Но мы сейчас все равно покроем в два слоя, чтобы вы посмотрели. Вот. Клиенту мы рекомендуем этими средствами пользоваться так же, как мы учим пользоваться другими лечебными средствами для ногтей, для восстановления. Каким образом? Вот вы, например, клиенту покрыли каким-то биби-мусс или биби-суфле, и тут же предлагаете взять его в домашнее использование. И дальше, уже за пределами кабинета, первую неделю клиент, не стирая предыдущий слой, наносит этот биби-кавер каждый день. В конце недели он удаляет все слои и наносит снова свежий слой. И на следующей, на второй неделе он наносит на каждый предыдущий слой, не снимая, уже через день. Также делает неделю, в конце недели снимает все слои, наносит заново. И третью неделю интервал увеличивается уже раз в два дня. Четвертую неделю уже раз в три дня. Понятно, что наносим, например, каждый третий день, но при этом не стираем предыдущий слой. В конце недели удаляем все предыдущие слои. Вот таким образом, по такой схеме, этими биби-каверами, в том числе, можно восстанавливать ногти, рекомендовать это взять домой и сделать, опять же, такую заботу о клиенте и продать ему этот продукт. Ну, в данном случае, конечно, я порекомендую клиенту приходить в салон каждые 2-3 недели на маникюр Snail Polymer Booster. Тогда в этом случае у нее еще быстрее пройдет восстановление ногтевой пластины. Вот, поэтому в данном случае здесь не просто биби-кавер, да, и маникюр, а здесь еще и бустер плюсом пойдет. Вот, давайте посмотрим, как будет на второй слой смотреться. Тем более, такие покрытия клиенты с большим удовольствием будут наносить, потому что не нужно париться по нанесению. Он ложится в любом случае идеально, идеально выравнивается. Если даже где-то косяки какие-то будут, это будет незаметно. Видите, хорошо смотрится и в один слой, и в два слоя.
хорошо высыхают. Все, раз база, финиш не нужны. Ну, пишите, как вам вариант в два слоя и как вариант в один слой. Вот этих двух оттенков. Какой вам больше нравится? Ну, в данном случае, так как повреждения были очень сильные, хочется, чтобы, наверное, два слоя было нанесено. Еще раз, это оттенок мусс. Прям вот холодный цвет, вид натурального ногтя, такого природного. Биби суфле – это прям бежевый цвет, который сливается с цветом кожи. Да, этот с цветом кожи не сливается, потому что это прям ноготь натуральный. Вот здесь сливается, потому что это цвет кожи. Да. Ну, знаете, тут на любителя, вот, ну, не знаю, мне и один слой тоже очень понравился у этих оттенков, вот, поэтому вполне себе, вполне себе. И давайте последний оттенок, посмотрите, он и не такой прозрачный, как пудинг, и не такой плотный, как суфле с муссом. Это парфе, биби в парфе, он, наверное, самый холодный из этих оттенков, с таким белесым отливом. Легкая розовинка и с белесым отливом будет лечить и также нивелировать повреждения, если какие-то есть. Тоже, смотрите, и круто в один слой, кстати, смотрится офигенно. И сейчас вы увидите, как в два слоя выглядит. Два слоя тоже очень хорошо выглядит. Оба хороши, а для педикюра зимой можно эти лаки использовать? Ну, конечно, это же лак. Это лак в том числе. Вы сможете это продать клиенту, в том числе и для ног, потому что не все клиенты, например, могут на ногах себе лак наносить, да? Вот кто предпочитает лаковое покрытие, на руках они еще как-то могут нанести, то на ноги уже нанести они не могут. Вот так в том числе офигенно будет, классно, удобно ложиться под руками клиентов этот продукт. В общем, рекомендуется для тонких, сухих, мягких и медленно растущих ногтей. Материал очень хорошо быстро сохнет. За счет этого продукта вы сможете увеличить чек без каких-то дополнительных затрат, там, по времени, в том числе по затрат на времени. Потому что кто-то, конечно, может за это взять как за доп-услугу. Потому что многие берут и за бустер как доп, и за, например, такие восстанавливающие биби-покрытия тоже как доп-услуга. Вот. Ну, я, например, против дополнительного. Считаю, что если вы хотите зарабатывать на обычном гигиеническом маникюре, вы должны сделать этот маникюр ритуалом целым. Понимаете, для ухода и восстановления натуральных ногтей. Это и скрабик обязательно, это и какие-то сыворотки во время гигиенического маникюра, это и массаж кремом, это не просто покрытие, да, вот такие BB-кавер с активными компонентами в составе. Это, например, дополнительное укрепление и восстановление Nail Polymer Booster. И, казалось бы, вы делаете просто гигиенический маникюр. Вот, как вы думаете, такой маникюр будет стоить, как обычный маникюр гигиенический с лаком? Нет, конечно, он будет намного дороже стоить, и причем по себестоимости для вас это не будет иметь большого значения. Вот, но цена будет приближаться практически как маникюр плюс гель-лак, понимаете? Потому что вы делаете всякие вкусняшки туда, к этим натуральным ногтям. А клиенты с натуральными ногтями, кстати, ищут таких мастеров маникюра, потому что сейчас это просто бич современного поколения. Мастеров не умеют работать с натуральными ногтями, не умеют создавать вот эти сложно сочиненные услуги, когда просто гигиена и плюс покрытие. Так, ну давай второй слой нанесем, большой пальчик. Ой. Смотрим. Вот, прям еще более активно стал этот такой холодный молочно-розовый оттенок, да? И тоже вот мне нравится и в один слой, и в два слоя. Это BB Cover Parfait.
Ой, как красиво. Причем это Дашенька моя тут сегодня пришла ко мне на коррекцию. Оль, помоги, отвалилась. Вот. И она, причем пришла сделать вот так покрытие гель-лака. Это у нее сегодня. Дай мне ту руку. Ту руку дай. Это она пришла покрытие гель-лаком делать, а я ей говорю, блин, дай мне вторую руку, чтобы я показала покрытие. Вот, а она сидит такая и говорит, мам, говорит, а я что-то передумала гель-лак делать, а можно я вот такое себе сделаю, похожу с этим? Вот, потому что правда смотрится офигенно. Смотрите, как хорошо. Хорошо, кстати, выравнивает, заполняет неровности. Вот, и красивый такой вот прям блеск. Итак, напомню, продажи уже на emyshop.ru у наших представителей, у дистрибьюторов. Это BB Суфле, BB Пудинг, BB Мусс и BB Парфе. Это лечебные, восстанавливающие лаки. Ну, нельзя сказать, знаете, прям сильно так вот лечебно, это может быть громко будет сказано, но это восстанавливающие продукты, потому что идет комплекс активных компонентов, в составе которого активируют синтез коллагена. Это очень классные продукты. Плюс витамин Е, плюс конский каштан. Это все очень благотворно будет влиять на ногти ваших клиентов, кто любит носить именно такую натуральную голую историю. Вот. Вам рекомендую эти продукты приобретать оптом для дополнительной продажи вашим клиентам в домашнее пользование. Потому что для лакового клиента в салоне вот такие допродажи продуктов профессиональных, это имеет большое значение. Вы растете в цене, вы растете возвратности высокой у таких клиентов. Потому что, вот смотрите, почему я сейчас вот хочу еще возвратность затронуть. Вот, казалось бы, гигиенический маникюр покрыть лаком. Что, клиент не найдет альтернативы? Да найдет, вагон и маленькая тележка. Все умеют делать маникюр. Ну ладно, проблемы с покрытием лаком, это факт. Сейчас просто народ разучился лаком покрывать, мастера-профессионалы. Вот. Но тем не менее, кого выберет мастер, вернее клиент, который носит натуральные ногти и просто покрывает лаком? Мастера, который просто делает обычный маникюр гигиенический, там как-то покрыл лаком, да? Или там, где, вот понимаете, целый ритуал из этой услуги делается, там, где 1, 2, 3, 4 слоя каких-то всяких штук, когда это и крема, и сыворотки, и скрабирование, понимаете, и это все гигиенический маникюр. Понятно, что это будет стоить совершенно других денег, но клиенты готовы за это переплачивать. Смотрите, клиенты, особенно ЗОшные, они все готовы за это переплачивать, потому что такая интересная особенность. Сейчас много состоятельных женщин после пандемии, у них это как-то еще сильнее, что ли, усугубилось, вот это вот ЗОшное направление, и ногти в эту сторону тоже идут, что мы не красимся, мы такие все натуральные, и голову мы не красим, волосы натуральные, и с лицом мы ничего не делаем, не колем и так далее, у меня тоже все натуральное, и с ногтями та же самая история. Вот, а это, как правило, клиенты, которые обслуживаются на высокие чеки. Вот, сейчас такой процент, их очень большой процент, они есть, вот, и если вы им будете еще допродавать всяких офигенных штук в дома, домашнее использование, они ждут, они ищут таких мастеров, потому что самой зайти на Wildberries или на Озон и разобраться в куче вот этих лаковых лечебных покрытий сложно, понимаете, а когда вы даете профессиональную качественную консультацию и допродаете еще в домашнее пользование, это круто. Всем большое спасибо за эфир, хорошей вам рабочей недели, всем пока-пока. А, на вопросы я не ответила. Ну иди, делай ногти. Так. Вопрос был, сейчас я отмотаю, какой-то вопрос в самом начале был. Катя, здравствуйте, извините, что не в тему. Так, флексибл, новые оттенки будут? Пока нет, пока те оттенки, что есть, вот, пока работаем с этими оттенками, девочки. Вот, рекомендую попробовать новую гамма бейс в формуле, жесткой формуле. Вот. Мне кажется, это, я понимаю, что это, ну, гель-лаковый все-таки продукт, да, не такой, как Flexible.
Flexible — это больше такие жидкие полиогели по составу. Но вы знаете, это достойная альтернатива. Это мы сейчас просто уже по клиентам смотрим, которые у нас здесь на 9-м этаже обслуживаются в головном офисе. Там, я называю их тестовые модели. Вот, и они вот, на ком Flexible стоит, офигенно, да, вот кто прям влюбился в этот продукт, сейчас многие говорят о том, что Gamma Base может стать офигенной альтернативой Flexible гелям. Вот, попробуйте. Опять же, нужно, видите, пробовать. Все равно я считаю, что мастера-универсалы, самые лучшие, грамотные специалисты, которые работают с хорошими клиентами, с хорошими чеками, это те, кто работают в рамках большого ассортимента технологий и продуктов. Невозможно использовать один продукт, например, соков, растворимые гель-лаки, и фигачить всем один и тот же материал. Не бывает так. Вот. Поэтому, кто полюбил Flexible, новые оттенки пока не планируем, но я вам рекомендую попробовать базы Gamma Base, которые с жесткой формулой. Когда будут новые 2 и 4 базы? Скоро будут. Чем серия BB-лака отличается от других лечебных лаков? Ну, во-первых, тот же Natural Force, еще серия наших восстанавливающих лаков, не содержит вот эти ингредиенты для восстановления. Это первое. И второе, у них просто прозрачная текстура у тех средств. Они просто лечебные защитные лаки, лечебные основы. А BB, они уже слово BB, это говорит о том, что внутри идет цветной пигмент, и за счет цвета они не только несут восстанавливающую функцию для ваших анихобластов, натуральных ногтей, ну а также камуфлируют, скрывают недостатки, понимаете? Вот, в этом самая огромная разница. Там средства лечебные, они просто прозрачные. Вот, и если, например, вот такой клиент пришел, как вот сегодня моя дочка, ногти просто в говно, потому что она у меня ходила вот с такой огромной длиной, сама себе ногти нарастила огромные, длинные, переходила, они у нее так начали все хлюпать, и она поотрывала все это просто с мясом. Это я еще бустер нанесла, и более или менее бустер снивелировал, скрыл вот эти вот проплешины. Вот как вы думаете, вот, например, она планирует ходить сейчас в ближайший месяц восстанавливать, хотя я уже уговорила покрыть гель-лаком все равно. Вот. Ну, например, клиент решил дальше ходить восстанавливать. Красиво будет в данном случае носить прозрачный лак? Ну нет, надо чем-то покрыть сверху, понимаете? А здесь два в одном. Здесь тебе восстанавливает средство, и это же средство несет декоративную функцию. Сейчас понятно? Вот, в общем, девочки, во-первых, это классный продукт для допродажи. Даже если, например, клиентка ходит к вам на маникюр, продавайте этот продукт для педикюра, потому что такое очень легко, во-первых, на ноги наносить, потому что не все клиенты могут лак себе наносить красиво на ноги. А так как видели, как классно, легко наносится, выравнивается в один-два слоя, вот, для педикюра тоже будет очень классно. В общем, классная допродажа. Вот я вообще за продажи в рамках обслуживания наших клиентов, что когда клиент уходит от меня, он обязательно должен купить пилочку для ногтей, палочки апельсиновые для кутикулы, для ножек, для пяточек должен купить там, я не знаю, скрабирующую щетку, пензочку, масло для кутикулы, клей для ногтей, если она едет в этот в отпуск, чтобы в отпуск она едет с клеем, который у вас купила, например, с шелком, с файбербазом, с файберглазом, который у вас купила, с пилочкой обязательно, со шлифовщиком обязательно, с палочкой. Понимаете, вот все это клиент должен у вас покупать, понимаете? Не где-то на Вайлдберрисе, а у вас, потому что вы профессионал, вы, и когда профессионально провели консультацию, что, зачем, как, поверьте, в большем проценте случаев они не пойдут после этого на Валберес и покупать на Валберес. Они все равно купят из уважения к вам именно у вас, поверьте мне. Все, всем большое спасибо за внимание, всем пока-пока.